Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня китайка, и сегодня у нас будет очередное открытие сумочек. И я хочу сегодня потестировать. Я не буду сразу говорю, кто там любит по 10, сразу можете ставить лайк и закрывать видос. Мы будем открывать их по одной, чтобы посмотреть, какой же все-таки шанс на максимальное количество, которое здесь падает. Это 30 осколков, и, соответственно, мы попробуем, сколько мы осколков сможем словить вообще, то есть посмотрим, какой шанс. По-любому у меня тут будет один огнекрыл, возможно, даже два. Все-таки 169 сумок я уже вам показывал. Можно отсюда наловить нормально огников. Сейчас проверим, работает, не работает. Посмотрим, какие же шансы все-таки на тридцатку, потому что она падает очень-очень-очень редко. Давайте так вот откроем сразу 13 вот таких. 130, 165 у нас получилось. Вот так вот практически без 35 осколков огник один. Поехали посмотрим, сколько у нас всего осколков на него. Вот 2878. Вот так вот. Можно их, конечно, все обменять, но мне, в принципе, огники не нужны. Так, 2878. Запомните это число. Мы поехали, будем сейчас пробовать открывать и посмотрим, какой же все-таки шанс вытащить максимальное количество. Так, ну окей, 169 попыток. 5. 2. Ну, в любом случае, как минимум, огника 3 мы должны словить. 10. Ну, уже неплохо. 2. Как видите, единички. А, только хотел сказать, единички не падают. И вот он. Минимум 300, думаю, будет. То есть 300 штук, это полтора. Да, я думаю, больше. 2 по-любому соберем. Так как в основном падает больше 2. Вот по 5 даже падает. Поэтому думаю, получится. Ну и посмотрим, сможем ли мы. Десятка максимум, что сегодня нам уже выпало. Так, 5. Шансы на тридцатку, наверное, тут такие же, как и шансы вытащить с лабиринта сундука побольше осколков. Так, 1. 2. Не особо хотят давать. Так, еще один. 2. Да, что-то 1-2, 1-2. 20. Вот так. Вот неплохо, неплохо. Это уже поинтереснее. Так, ну-ка выйдем. Давайте сделаем. Было 69, будет 29. Посмотрим, сколько мы за 40 сундучку условили. Ну, за 40 сумочек. Было 2878. Девять. 220 штук у нас получилось за 40. Неплохо, неплохо. Считайте, еще плюс один огник. Окей. Поехали дальше. Ну, где-то такие есть 40-50 на огника. Это стандарт. Так, окей. Давайте откроем эти сундуки, чтобы они нам не мешались. Ой, отлично, выпало. Супер. Так. Это не то, не то. Поехали. Двадцатка пока максимальная, что было.
Ну, по два стабильно падает. То есть, как минимум, надо штук 60 у вас будет стабильно огник. Но это я считаю, бред, потому что можно его собрать за один пак. Большой задонить и забрать. Интересно, какой новый герой будет в обнове. Где-то на днях она уже должна выйти, скорее всего, будет в пятницу. Так, два. О, 30. Вот так вот. Сейчас доплюсуем один. 112. Получается 57. Фига себе. Ну окей, тогда по идее у нас должен быть еще как минимум один мешочек с трицахой. Так. Ну, 20, 10, 20, 30 по одному разу упало. Ну, как-то не особо впечатляет. Ну, 1, 2, 5. Радует, что хоть это падает стабильно. Было бы смешно, если бы отсюда вообще ничего не падало. Так, пятерочка. Оу. Оу-оу-оу. Фига себе, смотрите, еще раз упало 30. Ну окей, поехали дальше. Удивили, удивили. Ну, на китайке, в принципе, без доната вообще реально очень быстро собрать. На русском сервере надо мучиться. Ну, два раза словили по 30. То есть шанс 1 из 50, где-то еще десяточка. О, нифига себе. Блин, где-то один. Сколько у нас там? 69, ну считайте 100. 1 из 30 получается. Тридцатку дает. Нифига себе. Прикольненько. Ну интересно. Должны тогда еще одну тридцатку хотя бы словить. Тридцатка больше упала, чем двадцатка и десятка. Жесть. Ну и все, и поперло. 1, 1, 1, 5, 1. Ну давай, рандомчик. Удиви. Не хочет он нас удивить сегодня. Так, двоечка. Опять двоечка. Да что такое? Десятка. Итого 55 у нас осталось. Так, пятерка. Пятерка. Ничего себе, пятерками разбросались. Так, осталось у нас 50. Давайте посмотрим, что у нас получилось. 2, 8, 7, 8. Это что, 200 считайте? Ну, блин. 2. 2 умника собрали уже. Поехали дальше. Я имею в виду с этих сундучков, сумочек обычных, не считайте. Но будет тридцатка, и вот она тридцатка, ребят. То есть, как видите, шанс где-то 1 на 30, где-то плюс-минус, что максималка упадет.
Но с 30 сумок вы однозначно огника не соберете. Чтобы вы понимали, сумок 50 это как минимум надо, чтобы его получить. Первых. Неплохо. Сколько там у нас осталось? 25. Давайте так, 10. 42, 39. Ну, вроде как бы и неплохо. Итого, 3 400 получается, что у нас? 3 400 28 минус 2 878, вроде так было, 550 получается, ну практически 3, то есть 2,3, 169, если бы 200 было, это где-то, даже я вам скажу так, в среднем огник 60 50 60, плюс-минус сумок, и у вас будет огник. То есть, чтобы вы приблизительно понимали, какие шансы. Вот так вот, ребят, все. Пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.